Весенней охоты не будет. По приказу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в стране вводятся очередные ограничения и запреты на пользование объектами животного мира. В частности, введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня. Также ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до 5 особей, кроме промысловой охоты. Ограничения и запреты не распространяются на использование животных в научных целях, сообщает закон КИЗ.